Слева вилка, справа нож. Слева вилка, справа нож. Что за стишки ты заучиваешь? Это вообще-то не стишки, а правила сервировки. Ножик лезвием к тарелке, вилка зубчиками вверх. Ну зачем вот тебе? Ты что, к лорду на прием собралась? Собираюсь отметить 20 октября, день повара. Между прочим, с тобой вместе. Картошечки наварим. Руками прям будем есть.